Всем привет, дорогие друзья! С вами Evil No, и в этом видео я расскажу и покажу вам, что выпало из недельных сундуков. Почти все они 15 и 16. Я бы сказал, даже преимущественно 16. Растем, ребяточки, но перед этим сходу, как всегда. Дымовички! Дымовички! Это когда ты дикобраза гладишь, он такой большой, и тут ты его даже случайно не агрессируешь. Не пытайтесь напасть на дикобраза, это опасно. Конечно, если вы не играете в World of Warcraft и не шкурите его там, да, в одном специальном месте. И поэтому, ребятчики, сходу обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получить уведомления о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 21 по московскому времени. Итак, ребятчики, значит, как и ожидаемо, да, если что, сразу всем говорю. Пройденная неолота ябычка героик никакой шмотки не дает с этих путешествий во времени. То есть там обычная шмотка. То есть такое еще не завезли. В Легионе такое завезли, а нам на Battle for Azeroth не завезли. Поэтому хоть будь ты хоть трижды королем, все равно будет падать шмотка с обычки оттуда, да? Со всех этих обычай. Обычная неолотная шмотка, да? Такие делишки, да, так что, как бы, не переживаем. Итак, ребяточки, погнали. Рыцарь смерти. Рыцарь смерти у нас, в общем-то, наконец-таки нашел одноручку, крючок себе он нашел, да. Так что будем ожидать от него более интересный аксессуарчик, как вариант, да. Ну и, соответственно, может быть, что-то еще, какие-нибудь штанишки, вот, например, да. Ну, то есть, видите, он уже почти весь 475, ну, в конце концов, может быть, действительно, оружие. Давайте уже на нечестивость будем искать. Давай это, как его, ну, многоуважаемый этот меч такой себе, читерный, да. Читерный топор, точнее, или как он называется. Ну, короче, гитику, погнали. Подожди, как это должно быть? Гитику падает. И он не падает, но зато выпали штанишки. Бисовые штанишки с критом и скоростью. Вот так-то лучше, ребяточки. Вывали штанишки, и мы, конечно же, оденем, ребяточки. Порчу снимем и оденем. Это приятно. Смотрим, что дальше. Охотник на демонов. Охотник на демонов, ребяточки, у меня тоже находится в состоянии охромописунчатости, да? А, значит, а что ему нужно? Ну, просто 475-е шмотки ему, по сути, нужны, да. Естественно, оружие там крутое с подгнилье, да, в идеале. 15-е мы прошли как раз-таки подгнилье. Давайте посмотрим, что тут у тебя. Как в той игре «Путешествие в Аврору» или типа того. Ну-ка посмотрим. Манжеты морского волка. Ну, это... Ну, слушайте. Как бы... Вероятность критического эффекта от всех источников на 12%. Во-первых, порча вроде как годная, да? То есть, если в теории я захочу собраться на супер вот это вот мега-ультра статы, да? Вот, это тоже вероятность критического эффекта. Бля, у меня две такие порчи, я какой-то задрот, что ли, получается? То можно оставить скорость, универсальность, можно оставить себе. Вот у меня столько уже шмоток лежит, которые можно оставить себе, ребяточки, да, какие-то приколюшки лежат у меня постоянно. Это можно будет уже электроменталя выкинуть, да, вот этот ринка получше. Прикольная шмотка, у меня просто шмотка, как видите, на урон с... вот этого самого мехагона, да, так что не знаю даже, вот хорошая ли шмотка с урон с мехагона, вот насколько этот урон хороший раз в минуту, ну, наверное, хороший в теории, да, мне кажется, хороший, лучше, чем просто статы. Ну, ладно, давайте посмотрим, что дальше. Воин прошел у нас, ребят, 16-й ключик, ну, как я и говорил, большинство они прошли такие ключи, ему, конечно же, не помешало бы, По сути, все, 475-е сделать. То есть он тоже у меня уже фулл одет. А ну, оружие можно какой-нибудь, тот же гитику попытаться выбить, да. Естественно, мы поставим добычу на неистовство. Пускай стоит на неистовство. Щит мы выбили. Вот, а выбили, научились танковать. Оттанковать завар оказалось довольно-таки несложно, да. Поэтому давайте посмотрим, что нас ждет. Вот видите, у меня еще колечко какое-то лежит. Лежит на всякий случай. И тут мне выпали... наручи. Опять. Сегодня неделя наручей с эхом бездны. О, нет, это наручи из... вероятность парирования повышается, вероятность сбежания повышается. Затем у вас впереди исходит давная волна физического урона. Ну, что-то, конечно, такая себе, да? Такая себе набалдажница. Напишите обязательно в комментариях, что думаете по поводу таких наручей с мехагона. Какие-то они, черт пойми какие, да, ну, по идее, они танковские, да, типа,
но как бы какие-то бафы, вот это избежание, что-то, ну такое, ну такое, что-то, ну такое, ребяточки, ну такое, давайте, пускай они здесь и полежат, давайте посмотрим, что дальше. Паладин, паладин, розовое братство любви, 15-й Аталдазар пройден. Значит, парень в ожидании, господи, боже мой, я не хочу ничего говорить, боже мой, вот вопрос только один, сколько можно, Blizzard Entertainment, я не знаю, ну, мне кажется, вы должны смотреть, хоть одно видео мое должно были посмотреть, ну, вообще, как бы, я вроде по вашей игре делаю видео, поэтому, ну, можно хоть одно было посмотреть, ну, и, соответственно, узнать, хотелось бы у вас, когда-нибудь выпадет мне оружие на ретрика, да, то есть, хоть какой-нибудь там, нет, на танка ищу, не на танка ищу, что только не ищу, давайте поищу на ретрика, давайте. Когда выпадет, да, то есть все, уже все выпало, да, несколько раз, по миллиону раз. Когда выпадет оружие? Не сегодня, ребяточки, выпадет оружие. О, видите, мои северные волки уже здесь, бак-бак-бак пишут. Так, у меня что тут, на оружие у меня сумеречка 12 здесь, да, и здесь скорость. А это что? А это пытка разума 66. Ну, не знаю, за паладина пытка разума. Ну, как бы, ребяточки, тоже хотелось бы послушать ваши комментарии по этому поводу. Что же лучше за паладина? Все-таки пытка разума или сумеречное разрушение 50 со скоростью, да? То есть что-то одно надо бы будет поставить. Либо скорость с сумеречным сокрушением, либо, конечно же, пытку, да? Но мне вот что-то в душе, да, подсказывает, что, конечно, лучше сумеречное сокрушение со скоростью. Потому что это более важная какая-то тема. Плюс статы, скорость тоже классно. Что у нас дальше? Колдун, ребяточки. Колдунчик. 14-й ключ. Фу. Ну, сразу видно. Святилище Штормов пытался выбить себе хоть какой-то аксессуар. Цеплялся за что мог. Боже мой. Тоже самая тема. Та же тема, ребяточки. Та же тема. Где находятся аксессуары и оружие на некоторых персонажах? Отсутствуют. Пожалуйста. Ну, можно наручи. Можно наручи. Окей, можно наручи. Ну, пожалуйста. Что это вообще? Что это? Это меч. Это меч? Ритуал бездны. О, ну смотрите. Хорошая новость, ребяточки, хорошая новость. 470-й меч. Я теперь могу его одеть с 18 сумеречки, да? И сделать себе вместо вот этого вот, вместо пытки разума, сделать себе сумеречное сокрушение 18%. Что вы думаете по этому поводу, ребятки? Что лучше за чернокнижника? В принципе, за чернокнижника так много скиллов вылетает урона, что мне кажется, что может все-таки лучше сумеречку ему поставить, да и у чернокнижника по дефолту свое хп довольно-таки большое, да? Так что может реально сумеречку забабахать, ребяточки. Потому что, даже не знаю, в ключах сумеречка, честно говоря, в основном, мне кажется, интересно. Тем более сейчас неделя кишащих, поэтому, может, и стоит поставить. Ну, давайте, ладно, посмотрим, что у нас дальше. 15-й ключик на нашем маге. Парни, которые тоже в поисках аксессуара. Боже мой! Ну, пожалуйста! Ну, понимаете, помню, прошлой неделе была сочная, да? Сейчас неделя пока что мне говорит: «Ромочка, видишь ту бибу? Займись не тем, чем надо заняться». Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Давайте. Ну, пожалуйста. Ну, должна же быть какая-то наутилос-ходала. Господь есть. Ребята, это же тринька. Свежая, сочная. Аксессуар. Ё-моё. Я думал, этот день никогда не настанет. Неплохой аксессуар. Слава всему. Слава всему, хиллерская тринька у меня была, если что, да, теперь у меня есть нормальный аксессуар на мага, да, все говорят, что магом я плохо играю, да, но они не учитывают тот факт, что у меня нету аксессуаров, да, ну хоть какой-то, да, я понимаю, что это недалеко от хорошего аксессуара, типа, самые крутые вообще там за ПВП и там с ашарой, бак-бак-бак, вот это все, да. Ну, я все это понимаю прекрасно, я это уже помню, мне уже рассказали, но все же, согласитесь, на безрыбье и рак рыба. Погнали дальше смотреть на рыбу. Итак, ребяточки, охотник. А наныл, как говорится, на мага. Настало время наныть на охотника. Вольные кости из вольных лапани. Так. Не получилось. Вам не кажется, что мне падают одинаковые перчатки по КД? Это у кольчуги просто одинаковая картинка анимации перчаток? Или мне просто одинаковые перчатки падают каждый аддон? Что это?
Это была скорость у меня, да? У меня этих перчаток там полный сарай. Что это такое? Это эффект исходящего исцеления. Моя любимая тема исцеления. Усилит критический эффект ваших атак и исходящего исцеления. Это очень сильная порча. Очень классная, да? Хорошая порча. Обязательно буду ее использовать. Жрица. Жрица любви или не ли? Оказалось, что у моей жрицы довольно-таки неплохие аксессуары, оказывается. Я всегда на них сетовал. Говорил, что они плохие. Да, они оказались неплохие, ребятчики. Вот такая вот, как говорится, каламбурная рофельная тема. Значит, что? Значит, было неплохо ведь поясок выбить, да, и наручи, потому что они маленького левела. Но больше бы мечтал я о более хорошем посохе, чем вот этот, потому что этот посох, ну, не самый крутой. Вот это вот баф, да, интересно выглядит, да, на деле не очень. Все его не любят, основные статы гораздо лучше. Ну, давай. Перчатки. Или что это? Перчатки. Первый раз такие вижу перчатки. У меня здесь 66 пытка разума. Ну и что ты мне сделаешь? Ты мне сделаешь бесконечные звезды. 50 порчи, да? Вот. Ну это неплохо. Хотя, честно говоря, вот мое бесконечное количество пытки вот этой, да, меня очень даже вдохновляет, да. Очень даже вдохновляет. У меня этой пытки тир 5. Тирш 5, да? Вот, ну я бы мог тирш 6 сделать. Вот видите, лежит у меня сосуд. Если одноручка какая-нибудь падает. Кстати, одноручку тоже можно выбить, в принципе. Даже с инста 465, да? И я уже одену, будет тир 6 щупальца. Ну, что-то они как-то прокали хлипко на прошлой неделе, что аж я разочаровался в этих щупальцах как-то окончательно, да? Ну, ничего, давайте посмотрим, что дальше. Мы всех зарежем, перережем, ребяточки, разбойница. Разбойница входит, входит внутрь. У нее все хорошо. У нее 18 субъектов сокрушения на штанишках. В принципе. Всем привет, дорогие друзья, с вами маленький Вилнов. В принципе, можно куда угодно эту сумочку, да, в нормальной шмотке заиметь, да, было бы неплохо, да. Я вот в ожидании чего-нибудь интересного, естественно, представляете, выпало с кровотечением кольцо, и они, конечно, его понерфить обещают, 35% отобрать у него урона, да, у кровотечения, но оно просто с героика выпало, ребяточки, это первая шмотка, которая выпала, вот мне, в смысле, с эпохалки, да, типа ключ прошел, в конце открыл сундук, а там порченная шмотка. Первый раз за столько уже походов. Невероятно, да? Так что давайте посмотрим. Давайте не будем томить кабана за лицо. Поэтому, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Я даже не знаю, что пожалуйста, но было бы неплохо. Колечко мне тоже выдал. Песчаниковое кольцо. И в песчаниковом кольце у нас что? Криты. Крит искусность. Слушайте, ну это хорошее кольцо. С критами. Вот, это хорошее кольцо. Реально крутое. Надо будет подумать, что бы заменить. Посмотри, мне нечего заменять, да, тут супер мощная порча. Ладно, пускай у нас тут лежит, у меня здесь, видите, как вы могли заметить, склад. Склад шмотья, который мне, скорее всего, должен пригодиться, да. Максимально должен пригодиться. Поэтому давайте смотреть, что у нас дальше. Вот он, мой тигр. Мой тигр с 15-й пройдено свалкой. Тайм. Сильно, красиво, молодежно и в ожидании нормального одноручного оружия. Все уже есть. Ну все, ну уже прям вот все. Все есть, все, что доказывает о том факт, что в этой игре, ну, можно достичь всего рано или поздно. И это что? Это наручи. Значит, наручи у меня какие были? Наручи у меня были 20 бесконечных звезд, крит искусность. Так, а это наручи? Крит, искусственность, универсальность, прибавка искусности от всех источников. Ну, либо я стал козой, либо это не очень. Либо это не очень. Какой огромный маунт. Нельзя поместиться. Ладно, погнали дальше. Умалиума. Умалиума у нас, ребяточки, на экране. 15-е Умалиума. Легендарный, абсолютно качественный, приятнейший, супер крутой монах. В ожидании аксессуаров тоже. В ожидании аксессуаров. И больше ничего не надо. Аксессуары и все. И там есть пояс. Опять что ли? Да почему, ребят? Вы заметили? Да тут сколько этих поясов было и были. Есть, я их сохранял. Ну, знаете, я надеюсь, что хотя бы с нормальной порчей. Потому что, ну, универсальность, это, конечно, очень крутая, на самом деле, порча на монаха. Но, елы-палы, вот лучше бы какой-нибудь сумеречка, смотрите, видите, на наручах. Ну, лучше бы какую-нибудь реально жесткую, прям вот сумеречки еще. Давай, давай, усиливай самоисцеление дает мне.
Ой, крутая порча. Ой, какая крутая порча. Невероятно. Конечно, спору нет. Одевать персонажей нынче довольно-таки сложное занятие, потому что они уже и так хорошо одеты. И, естественно, когда речь идет о микрослотах, ну, расстраиваться не стоит, да, в теории все рано или поздно найдется. Вот в данном случае, как видите, у меня вот, например, хочу найти что-то на шамана. Это либо перчатки должны быть какие-нибудь, ну, либо оружие. Ну, я даже за оружие не думаю, да. Я уже оптимист, я уже реалист, да. Оружие, хочу оружие. Ну, фантазер, ты меня называла фантазер. И выпали перчатки, ребяточки. Ну, ребят, знаете, каких-то супер дропов на этой неделе явно не было. Вот только что на мага Наутилус порадовал, и все. Ну, давайте посмотрим. Давай перчатки такие, чтобы я просто сказал... У меня на шамане вообще порчи нету, вообще. Какая-то, что у него? Какая-то искусность какая-то вообще, всем плевать на нее. Так, что это? Сумеречное сокрушение 12%. Лежать. Молотком буду их всех рубить. Крит искусность. Это не 25% статов. Что по порче? И порча небольшая, и искусность. Господи, ну наконец-то. Ну, спасибо, игра. Blizzard все-таки меня, ребяточки, смотрели. Как вы могли вот только что по сегодняшнему видео понять. И все-таки вывали на меня кусочек приятного контента. Что можно сказать? Из приятного контента нас ожидали только эти перчатки и Наутилус на мага, да, все остальное, ну, там что-то где-то, там 5 левелов, там что-то немножко по левелу апнулись, но действительно качественный контент, вот здесь уже начался, да, вот это вот уже приятно, вот это мне нравится, а вот это мне, ребяточки, прям нравится, более того, надо будет на следующей неделе, ну, на новых стримах этой недели, потратить за всех, видите, по 7000 практически на каждого персонажа, пыли титанов 4-7, то есть за большинство персонажей можно будет потратить 480-ю шмоточку, купить какую-то, да, но это я уже сделал на стримах, непосредственно играя за определенного персонажа, каждый раз заодно там куплю себе монетку, да, то есть в начале стрима можно будет это зафиксировать, да, тем более какие бисовые, какие не бисовые я знаю, вот, если что, будем сохранять, да. Ой, ну такая неделька, ребятушки. Вот все, что я помню, это вот две шмотки. Серьезно, вот две шмотки помню. Больше ничего и не помню вроде как. Все вроде не очень, да. Все вроде не очень. Но я думаю, надеюсь и наслаждаюсь этой неделей. Не теряю, как говорится, бдительности. Не люблю я фармить это эхо, ребяточки, чтобы самому пытаться какую-то порчу там себе купить. Типа я не люблю это фармить. Ну ты че, типа, камон. Типа я не буду, мне лень. Я казуальный игрок. Мне давать 18% сумеречки на шмотку, да, на каждому персонажу, каждому. Давайте каждому 18 сумеречки, и все, и хватит. Не буду ничего больше делать. 18 сумеречки каждому персонажу, и все будет хорошо. Какие-то там, какие наркотики, как говорится, да. С чего, какие там, зачем что-то стараться, непонятно вообще, бессмысленно. Какая-то непонятная тема, да? Давайте я вам, ребятушки, сообщу в этом видео, кстати, да? Давайте добавим к этой рубрике. Ну, если вам понравится, конечно, обязательно пишите в комментариях. Давайте я скажу вам, что у нас за порчи доступны на этой неделе. И смотрите, их доступно 7. Вот так покажу. Доступно 7, ребятушки. Давайте глянем. Сегодня, значит, универсальность 1, крит 2, самоисцеление... Ай, блин, я аж хрустнул челюстью. 2... Так, с бесконечной звезды 1. 1. Восстановление ваших силы заклинаний. Ну, вот это пагубная порча, вот эта ясность, да. Так, ваше заклинание способствует повысить вашу скорость. Смотри, вот единственное, что на скорость порча нормальная, да, и избежание. Ребят, ну это какой-то рофл, ребят. Я на своих стримах, на видео не раз пошутил на тему того, что будет выпадать самоисцеление и избежание каждую неделю максимальное количество слотов. И оно так и есть. Выпадает, ну, полное дерьмище. Ой, как же я обожаю Blizzard Entertainment, да? Ну надо же. Матриарх, я тебе, ну, по секрету скажу, если это консервированная, как бы, да, порча, да, ты ее где-нибудь там, это, откладывай в погребок себе, запихивай, да, чтобы она копилась там, на всякий случай, да, я думаю, не испортится, в конце концов, но нет,
Но нет, Blizzard Entertainment матриарху сказала, ни в коем случае даже не думай пытаться выдать им максимально полезное количество порч. Все просто отвратительные порчи. И это невероятно, ребятчики. Ладно, погнали дальше. Motherfucker kicks in life.